только главное предложение и только с сегодняшнего дня, которое позволит вам сегодня в течение суток выбрать изделие по самой выгодной цене. Оно действительно выгодно во всем. Во-первых, это единый размер от 56 до 60, принимает в себя форму головы меньше среднего и даже максимум выше среднего предложения. Выполнено оно из ручной работы, нанесенный здесь кроличий мех породы Rex. Эффектный дизайнерский прием обеспечивает возможность на все 360 градусов, прокручивая головной убор, носить его с большим удовольствием. Трикотажная основа в двойной версии обеспечивает не только единый размер, но и дополнительный согрев, ведь 80% в пряже у нас с вами здесь овечьей шерсти. За счет особого дизайна и рук вашего любимого стилиста все может легко превращаться в новую модель. Выпускаем одну из трикотажных чулок на поверхность, надеваем поверх нашего кроличьего меха и получаем в итоге еще одну версию шапочки. Сегодня она была классическая, а завтра становится вот такая современная модная трикотажная с эффектным помпоном. Поэтому цену делим смело пополам. За 1000 рублей классический вариант и более современное прочтение для сочетания, например, с коньками, мы получаем с вами тоже за 1000 рублей. В руках у меня сейчас белый цвет. Вот так он будет превращаться в совершенно новую версию для себя. Опять шапочку убрали вовнутрь и надели. Кстати, неважно, как вы поправляете виноградную гроздь. Делайте ее вправо, влево, вперед или назад. Следующий цвет – это у нас с вами голубой оттенок, такой сизо-серый цвет. Последующий за ним цвет синий, то есть такой оттенок индиго. И рядом с ними сразу продемонстрирую серый цвет. То есть белый, голубой, синий, в руках серый. По нижней полочке у меня представлены три оттенка коричневого. Начинаем с темно-коричневого. Можно выбрать для себя светло-коричневый и завершить палитру просто классический коричневый оттенок. Коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый цвет. Данная модель, напомню, представлена в едином размере, а это значит, что мы не выбираем сегодня размер, а выбираем только цвет. Это очень важно, и чаще всего это облегчает нам с вами дистанционную покупку, как через сайт, так же через звонок в колл-центр. Кстати, звонок в колл-центр бесплатный. Единый размер дает возможность не думать о том, подойдет ли на мою форму головы или не подойдет. А подойдет ли под мою структуру волос? У меня кудрявые, пышные, плотные волосы, а у меня тонкие, легкие. Или я, наоборот, ношу короткую стрижку, или я, наоборот, ношу длинные волосы. То есть головной убор лишает вас вот этого дилеммы и проблемы. Это раз. Во-вторых, шерстяная основа, которая находится под головным убором, причем она двойная. Даже выворачивая наизнанку, сразу демонстрируем. Вот он, основной скелет, на который нашивается кроличий мех. Причем хочется повториться, что здесь, данная модель, вы не видите швов. То есть кроличий мех нашивается между изделиями, и даже внутренняя сторона не имеет вот этих, знаете, когда ты выворачиваешь что-то наизнанку, а там просто ужас ужасный. Плюс это трикотажная основа, которая перекрывает эту часть. Она дает вам функционалы. Вы утепляетесь дополнительно. У вас возможность есть этот чехол застирывать от сальных пятен и запаха, например, средств для волос и духов. Плюс это еще дает возможность менять дизайн. То есть, когда мы носим на лицевую сторону, мы этот чулок перетягиваем на кроличий мех, тем самым получаем еще один вариант шапочки. То есть у нас классические варианты и не классические. То есть две шапочки, а по факту она одна. И цена едина. Поэтому за 1000 рублей вот такая шапка и второе. Ну и теперь давайте с вами зарезюмируем, что же еще дает наш этот головной убор для себя любимый. Во-первых, помимо красоты и роскошности натурального меха ангоровой фактуры или шиншиллового кролика породы Rex, он имеет свойство остевого меха, который обеспечивает ему как раз большие преимущества. Это густая структура, благородный вид, высокая морозоустойчивость, да, до минус 30 и даже выше, а плюс еще за счет шерстяного подклада внутри мы этот морозоустойчивость и в минус 40, это, конечно, влагостойкость и мягкая поверхность и легкость. Данный головной убор не утяжеляет вашу голову, при этом дает возможности находиться в нем как в помещении, так же и на
в морозе. И, конечно же, это сохранность и защита от замерзания головы, конечно, структура волос и кожи головы, что тоже необходимо. Вроде мы об этом не задумываемся, но некачественная и очень тонкая шапочка может привести к чему? Перепариванию головы, это отшелушивание эпидермиса, это, конечно же, возникновение сальности волос, это частая помывка, от этого может быть сейбория, потом это переходит в дополнительные заболевания, атопический дерматит и псориаз головы, и, конечно же, это дополнительные аптеки. Поэтому сегодня по стоимости 1999 рублей мы не только получаем красивый, роскошный подарок для себя или даже для кого-то. Опять же напомню, что единый размер позволяет вам с безопасностью купить такой головной убор и подарить его, не задумываясь, что вдруг тому, кому вы дарите, он бы не подошел. То есть это эффектно и комфортно для вас, любимых. Плюс мы с вами можем выбрать цвет, который идеально подойдет именно под ваш цвет верхней одежды. Хотите белый, может быть, у вас белый пуховик, или вам нравится идея красного с белым. У вас может быть коричневая норка, и тогда вы выберете под ее оттенок. Или вот недавно с Еленой Мироненко мы представляли с вами искусственные шубки. И они были как раз в таких нежных тонах, и, может быть, вы сегодня к нему выберите головной убор. Это может быть коричневый, светло-коричневый, а может быть даже темно-коричневый. Может быть, вы хотите вот такой оттенок редкого серо-голубого цвета или классические мои любимые оттенки просто классического серого цвета, а может кто-то возьмет индиго. Может быть, он купил для себя шубку в таком оттенке, или вы как раз-таки обладательница самого дорогостоящего лота за всю историю телешопинга, который представил именно наш телеканал. Это был 2020 год, это была шуба, представлена из голубой норки, аукциона из Финляндии, за 205 тысяч рублей. Поэтому, если вы обладаете ею, как раз можете забрать сегодня головной убор в таком оттенке. Поэтому успевайте. Ну и, конечно же, не могу не подмочить немножко репутацию, не свою и не телеканала, а как раз-таки головного убора. Потому что многие спрашивают, а чем же хорош кроличий мех именно этой породы? Напомню, что во время селекции его с диким серым кроликом и домашней породы у него произошла небольшая революция. Кролики стали рождаться без остевого меха, то есть торчащего жесткого меха, который обеспечивает вот это вот вредоносное осыпание. Поэтому кролик не осыпается. И, конечно же, за счет пушистости поверхности неостевого меха он еще и хорошо выдерживает влагу. Смотрите, вы попали даже в этом кролики под дождь. Максимум, что с ним превращается, он вот в такие сосульки, причем влага находится на поверхности. Вы просто, приходя в помещение, вот так его можете стряхнуть и посушить феном, и после этого кролик останется у нас с вами в естественном пути. Причем, смотрите, на ладони не остается ворсинки от мокрости, и выворачивая наизнанку, вы понимаете, что здесь не мокро. Мех не позволил попасть снегу и воде вовнутрь, поэтому мы фиксируем морозоустойчивость, водонепроницаемость, 1999 рублей и два варианта ношения. Только сегодня.